Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Мы отправляемся на рыбалку. Готовим снасти. Погнали! На речку. Вот. Река большая, вот. Рыбы плещется везде. Я пока поклевки не видел, вот там вот народ нет-нет да вытаскивает. Сейчас поедем, переедем. Уголец тут, конечно, везде ходит. По реке пока шли, столько рыбы идет вообще. Ужас. Но сегодня тепло, классно. Так, первая рыбка за сегодняшний день. Давай, тащи, тащи. Ходят за лодку. Смею рукой поймать. Это интересно. А, за горб. Горбуша, да? За горб. Давайте, давайте. Где у вас посуда? Сейчас. Вон. Сейчас я сниму. Давай, давай, давай. Это нерка, да? Вау, класс, нерка. О. Первая рыбка. Это нерка, да? О, тихо, она сейчас тебя... Давай. Вон там Таня вываживает горбушу. Давай, давай, крути. Держи ее. Пойдемте сходим. Татьяна вытащила рыбину. Ну как? А? Сейчас отцеплю. Ух, какая рыбка-то. Что, устали?
Вот очередная рыбёха. Вот Дмитрич тащит горбыля, скорее всего. Ай, хороший горбыль. Ничего себе. Горбыль-то какой. Царь горбуши? Царь всех горбуши. Смотри, прям, да, взял, как настоящий самец. Вот это из него будет уха. Почти на трешку, наверное, да? Вот это горбуша. Не то, что там в магазинах в Москве продают. Кильку. Москвичи, приезжайте ко мне на рыбалку. Да, Дмитрич. Вот такой лосятина. Номер телефона оставлю. Конечно. Вот, Дмитрич знает, где рыбачить. Вот Татьяна там. И здесь идет горбуша, вот выходит. Давайте показывайтесь. Вон всплески кругом идет горбуша. Интересная рыбалка. Наконец-то мы на нее попали. Я уже обловился, если честно. Ловишь, отпускаешь. Красота. Главное знать, куда ехать. И все. На тасманчика. Первый огурец на тасмана. Тасман рулит. Ну кто там у тебя? Горбуша? Горбыль опять. Горбыль. Опять горбыль. Эту горбушу, да, отпускаем. Надоел он уже. Нет. Надоел. Сколько можно, да? Вот. Горбуша и горбуша. Морской красавец. Вот это рыбалка, да? Вот это рыбалка, вот это мы вот дождались. Это... Да. Отрываемся. Настало счастье нам. Целый день. Палка. А все. Палка. Успокаивалка. Палка-успокалка. Это вот нам Леонид Дмитриевич устроил такой праздник. Все благодаря ему, спасибо ему. Праздничный человек я. Да. Так что хотите праздника, знаете, к кому обратиться. Очередная борьба Татьяны с камчатским рыбом. С камчатской рыбой. Давай, давай. Давай, давай, давай. Вот теперь вверх поднимай и потом крути. О, как сопротивляется, да, Тай? Вот она. Давай, давай, давай. Раз и крути. Раз и крути. Раз. Давай, давай, давай. Давай, экшен, экшен, экшен. О, самочка какая, смотри. Нет, горбушка. Не самочка, нет. Самец. Молодец. Вот так вот. Вот, вот он. Вот он экшен. Таня порит лососей на Камчатке. О, какой горбыль. Смотри, 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 какой. У-ху. Давай, давай его. Давай, 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 давай. Молодец. Еще один, да? Тихо, тихо, аккуратно. Все, молодец. С рыбой.
морской синий. 5 сокур. И ходи, отходи сейчас со мной. Еще одна копилочка. Горбуша. У вас кукана не хватит, классно. Ага. Кукана не хватит. Только здесь рыба. Сегодня на ужин точно горбуша. Горбы. А для меня самая вкусная рыба — это горбуша. Особенно самец. Стой, жирный. Дай сфоткать. А? У меня видос. Вот, класс. Называется бурлаки на Волге. Точнее, на Камчатке. Река большая. Горбуша тоже не маленькая. Давай, 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 давай. Вот молодец. Кормилица. Если бы не Татьяна, мы бы сегодня без рыбы остались. Нет, без пузыря. Последнюю рыбу поймал. Молодец. Последний. Оп. Не, надо этим. Ну все. Да. О, смотрите, сколько она поймала. Даже поднять не может. Ой. Ну, норму закрыла? Да. 10 штук? Да. Молодец. Довольна? 10 есть. Очень. Ну что, друзья, вот и подходит наш день на рыбалке на Камчатке, на вот таких вот горбуш. Сумасшедший. Наконец-то сбылась наша мечта. Сегодня прям день был бомба. Да? Отловились, рыбку половили. Вот. Спасибо большое Дмитричу. Вот. Обязательно оставлю контакты вот под видео. И в Инстаграме, и ВКонтакте, везде оставлю. Вот такой вот мужик. Советую. Приезжайте, он вас вывезет, поймаете, пожарите, ухи поедите. В баньке попарите. В баньке попаритесь. Да, это у нас вечером, кстати, банька. Вода здесь холодная, горячей нету, поэтому банька здесь самое то. Ну, что я могу вам пожелать? Такой же отличной рыбалки. Вы не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Были к Дмитричу на базу. Ага, начинаю с теплицы. Нет, я же это в эту сторону. Теплицы-то не показываю. Теплица, огурцы, там, помидоры, все как надо. Баньку посмотрим. Во, ремонт тут полным ходом. Готовишься, да? К приезду гостей. Всегда готовлюсь. А вот что называется дыроходка, видишь? Проходите. Видишь? Это ой. Здесь прохладно. Я босиком. Ага. Ну, там баня. Шкура висит. Таня, так вот. Таня сейчас поснимает. А что, ты не хочешь? Я босиком. Я же приду еще. Ну, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись. Меня зовут Леонид.
Красота. Добро пожаловать в мои апартаменты. Картина. Олень, постель. Можно постелить под себя. Знаешь, как тепло? Да. Шикласс, ага. Олень, да? Да. Рога вон висят. А здесь у вас недалеко заказник оленей дол. Я смотрела, где-то рядом. Вон, пройди в баню. Что-то баня. Баня как баня. Прямо в доме расположено. Все необходимое. Вода. Стиральная машина даже. Санузел. Парилка, да? Да. Через полчаса будет 80 градусов. Класс. Печка. Все как положено. Дальше там еще спальные места. О, где там вы хотите уснуть сегодня? Ну, проходите, пожалуйста. Проходите, не стесняйтесь. Как уютно. Печка. Здесь, да, печка. Одно спальное место, да? Здесь два. Три. А, кресло раскладывается. Четыре. Ну, на целую компанию. Мишка. Медведь. Маленький. Медвежонок. Да, вот кресло раскладывается. Три места. А здесь четыре. А в дереве летом прохладно всегда. Ага, вообще классно. Ну, что я могу вам пожелать? Такой же отличной рыбалки. Вы не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. А мы пошли рыбачить. Все, всем пока.